Добро пожаловать на звезду Сахалина. Продолжаем прохождение Cold Fear. И, в общем-то, в прошлой серии мы закончили на том, что мы нашли Анну и дали антидот. В общем-то, вылечили ее от заражения экзоцеллами, да, как там обзывают. В общем-то, что у нас по планам? По планам нам нужно найти на ноутбук Камского. А, и нам нужно переться, да, в жилой отсек ученых. В жилой отсек ученых нам нужно идти. В общем-то, путь у нас не близкий. Сейчас, перед тем, как туда пойти, мы еще здесь зайдем в одну комнату. В общем-то, я уже сходил в этот отсек, поэтому я знаю, что у нас к чему. Здесь у нас падла ходит, надо ее. Да блин! Все. Гомонился, блин. Я, честно говоря, не совсем знаю, зачем нам в эту комнату идти. Потому что здесь, по сути, ни хрена нет вообще. От слова совсем. Ни записок, ни патрон, ни лечилки. Чего нам сюда идти? Хрен его знает. Вот такое вот место абсолютно бесполезное. Самое веселое, что нам пехать в обход. Нам пехать сейчас ой как далеко. Так, вроде как у нас здесь никого нету в этом коридоре, что, в общем-то, не может нас радовать. Аптечка, но я бы не отказался от патрон для дробовика. Спуститься на вернее подняться на лифте, который у нас за этим самым, за коридором, который проходит под воде, мы под водой мы не сможем, потому что там у нас будет, он отругается, что, мол, лифт где-то наверху, и, короче, нет возможности. Поэтому у нас дорога, да, собственно говоря, только одна. Дорога у нас вот туда, в те ворота. Так. То есть это нам сейчас как? Нам сейчас надо будет пройти сквозь почти начальные локации и... Опять заново, где у нас там возле медотсека, возле оружейной. Там мы сможем подобрать, в принципе, патроны. Так, ну все, сейчас нас там ждет довольно-таки тугое место, блин. У нас здесь два друга. Да ты дрянь! И вот там где-то еще один. Да твою мать! Это, между тем, не все наши проблемы. Это, кстати, то самое место. Мы, когда приплыли на эту платформу,
Первым делом мы сходили вот сюда. Так, нам нужно сейчас что-то типа вот вроде этого, да? Или не, возьмем-ка вот это оружие. Так. Сейчас у нас будет здоровяк, которому надо по руке долбить. Давай быстрее, быстрее, блин. Я забыл про эту погонь. Где она? Вот она. Так, ну все. Вроде бы справились. Так, да, это тот самый лифт у нас. Какого черта? Так, там сейчас еще будут. Вот он. Идут, блин. Давай, сейчас тебе башку снесу. Да давай, это твою мать. Придурок. Я просто такие моменты ненавижу. Я ненавижу тебя, Том, в такие моменты, блин. Наконец-то. Так, ну здесь у нас медотсек и оружейная. Сейчас мы как сделаем? Сейчас мы заглянем вначале в медотсек. Здесь у нас вроде как все спокойно. Ох, ни хрена себе, последний раз. Слушай, это печально. Это охренеть как печально. А здесь у нас сюрприз. Так, ну ладно, сейчас мы здесь насобираем патрон. Так. Полностью заряжены, все. Сейчас мы пойдем зачистим дорогу, потом опять сюда вернемся. То у нас там сейчас будет пара ребят. Не пара, там, наверное, их то ли трое, то ли четверо.
Да твою ж ты мать. Первый пошел. Второй пошел. Это еще не все. Я, честно говоря, про этих забыл. Вот там, дальше он сейчас. Так, вот если нам сейчас попробовать нацелиться. Ну давай ты нацелься. Да, это все уже поздно. Тихо, 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 мне надо беречь здоровье. Так, я не помню, но, по-моему, больше здесь не будет сейчас. Да. А вот шандарахнул бы по этому... баллону. Огнетушителю, блин. Облегчило бы себе задачу. Сейчас пойдем еще подзарядимся. По крайней мере на АК. Блин, я про него забыл. Да пошел ты нахрен. Печально, блин. Хреново вот так вот забывать, блин, где там враги. При условии, что у нас осталась одна аптечка в медотсеке в этом. Я даже не знаю, может ее взять. Вообще хрен знает, мы туда будем возвращаться или нет. С другой стороны. Ладно, оставим ее пока там. Ну, как-то первый раз я когда здесь проходил, как-то более лучше получилось. Мне так кажется. Еще надо вспоминать, где у нас там валяются аптечки-то, которые я оставлял. Так, здесь у нас вроде как тоже никого нету. По-моему, у нас там, к счастью, нету этой подлой скотины, которая там ползает. Вот там, по-моему, у нас аптечки нет, насколько я помню. Вот там, по-моему, аптечка. И наверху еще здесь есть аптечка. Вот это тот самый лифт, это мы сейчас как раз таки будем. А где мы сейчас будем? А, да, все, вспомнил точно. Это мы сейчас там. Нам надо будет пробежать, где волны. Точно.
Погнали. Твою мать. Твою мать. Топи, Том, топи давай. Я уже вспомнил, когда прошел. Когда уже, вернее, нажал на вход. Кстати, у нас вон там, по-моему, еще аптечка валяется. Так что, в общем-то, не зря здесь эти бочки оставил. Так, ну мы уже, в общем-то, близки возле этого отсека. А может быть и стоило подлечиться, кстати. А я не помню, а у нас там где-нибудь есть? Аптечки. Давай, 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 давай. Специально пошел в эту сторону, чтобы здесь взять аптечку на всякий случай. Что у меня есть подозрение. Что мы можем сюда и не вернуться больше. Так что я решил, все-таки я эту аптечку возьму. Со здоровьем как-то вообще голяк. Прикинь, обманка такая. Я думал, это аптечка. Это какая-то странная коробка. Ну что за срань? Тихо, тихо. Во. Ну, хоть немного. А то я было вообще было тут расстроился. Так, в общем-то, сейчас выдвигаемся мы в эту хрень. В жилые отсеки. Где нам нужно заполучить ноутбук. Ноутбук мистера Камского. Так. Здесь у нас никто не объявился. Слушай, а я здесь не был. Я, блин, здесь не был. Great. A door with no handle. Ух, не нравится мне это. Вообще нам не сюда. Thank you.
Можно мне пистолет, пожалуйста? Вот еще одна. Так, хорошо. Ты у нас не встанешь? Так, ну ты у нас явно не встанешь. Почему она пикает? Насколько я понимаю, эта штука работает на время. Тут какая-нибудь хрень нас, да, должна ожидать. Так, стоп, ну-ка. Здесь есть карта помещения. Хера, правда, не ясно, что там. Ладно, сейчас попробуем. Ну, такие штуки, конечно. Что-то здесь много дают боеприпасов к АК. И неспроста. Вот это да. Вот это охренеть. Ну, у нас, в принципе, с оружием порядок так-то. Аптечку мне пока не хочется, честно говоря, брать, потому что... Здесь вроде как ничего больше такого нету, да? Ладно, пошли отсюда. Так, нам, в общем-то, надо вон туда. У нас там находится... Общежитие эти... Так. I gotta find a way to get into the science personnel's dorm. Ну и само собой, естественно, у нас как вариант идти через душевые. Пойдем глянем, у меня тут осталась аптечка. Да, здесь, скорее всего, наверное, я все взял, да. Ну да. Ладно, пошли отсюда. Так, в общем-то, нам через душевую сейчас надо зайти. Так, в общем... Не зря я их зачистил. У нас вот этот путь. Ну, ни хрена нету. Что, туда нельзя пройти? Там у нас выход. И тут у нас есть, кстати, два очень подлых места.
I found Kamsky's laptop. Good work. Now, attach your headset to the USB port and start uploading the data. I'm on it, Chief. Antidote file is incoming. Got it. What's next? Nothing. I'm pulling the plug. Don't try to be funny, Hansen. Hey, according to you, that file is all you really need. You listen good, Hansen. You get that uplink working right now. I want that data. You want the rest of this, come get it yourself. Mm. Hey, is that offer to blow up this place still open? Tom! Yes, yes, of course! Great. Tell me what I have to do. I found some of the explosive supply, but I don't have enough for both platforms. There's a supply room below the waterline where you can get more. Security? Of course. I'll call you with the code when I find it, and I'll mark the spots where you need to set the charges. I know everything there is to know about this place, including how to destroy it. Вот так, в общем, поворачивается у нас сюжет, то есть... Создается впечатление, что этот... Что этот, блин... ЦРУшник не такой уж и ЦРУшник. Так как? Я же был готов, блин, как так получилось? Так что этот ЦРУшник, видимо, хотел просто заполучить данные. Лучше бы аптечка была. Так. Так что у нас здесь? Письмо Анне от Камского. О, посчитаем. Сейчас мы это посчитаем. Почему у него здесь нету аптечки? Что у нас тут там? Радио, газеты. Ну да, они мне не лезут, эти патроны, блин, ваши. Что я... У меня есть идея. Нас там потом при выходе будут встречать делегация. Может быть, попробовать на эту делегацию дробовиком оприходовать. В общем-то, что у нас получается? В общем, Анна решила взорвать это все к хренам. После размовки с ЦРУшником. Наш герой Том решил поддержать ее в этом. И, в общем-то, нам нужно будет выдвигаться за взрывчаткой. Сейчас здесь будет у нас как раз контрольная точка. Подожди, если я отсюда еще найду, блин, выход. Вот сюда. Hansen, the code is 19012. You'll need to go in through the main lab elevator. Got it. Just be careful. You too. В общем-то, нам сейчас нужно выдвигаться опять. Ой, еще эта срань выползла. И снова ни хрена. Сейчас заберем патроны. А где я их здесь видел-то? По-моему, здесь. О, да. Может, и аптечку там взять? Сейчас зайдем и да, все-таки возьмем аптечку, пожалуй. А наверху там нету аптечки, кстати. Может быть, я там и оставлял. У нас же здесь же патроны есть.
Так что вполне себе можно было здесь на дробовик нам поднять. Чё он так на него смотрит все время? Ну-ка, я могу его обыскать? Нет. It's unlocked. Так, ну что ж, в общем-то у нас сейчас что? Найти комнату с взрывчаткой, и мы должны... В общем-то мы должны добраться до склада с оружием. А, прочитаем сейчас письмо, а не от Камского. Моя дорогая Анна, вскоре произойдет то, о чем я тебе говорил в своем последнем письме. Силы во мне больше, чем я мог представить в самых безумных мечтах. И все же у меня впечатление, что моя... метаморфоза еще не завершена. Мои руки продолжают развиваться. Вскоре любой, кто ко мне подойдет, пострадает от последствий моего неудержимого гнева. Анна, наконец-то я нашел то, что так долго искал. Мне назначена встреча с бессмертием. Пойдем со мной, Анна. Это самый прекрасный из всех королевств. Я построил его для тебя, Анна, моя дорогая дочка. Я ощущаю такую силу. Я должен уничтожить противоядие. Я не хочу возвращаться туда, откуда пришел. В общем, насколько можно полагать, что этот Камский, в общем, опробовал на себе, видимо, этот... все эти эксперименты свои. И, видимо, мутирует... во что-то непотребное. Теперь у меня возникает вопрос, а куда нам здесь идти? А, да, вот сюда. Да, сейчас у нас как раз дорога через подводный этот подводный туннель. В общем, вот такой вот мы круг дали. Непотребный, можно сказать. Так, подожди. Как ты так, блин, сбил цель? Том, твою мать, Том, твою мать. Заставляешь меня нервничать. Так. Сейчас, в общем-то, здесь нам уже недалеко бежать до этого склада. Он... Я вот не помню, правда, где он там. На втором, по-моему, он этаже. Или здесь же на первом. А, здесь же, да, вот он. Сейчас, по-моему, там нас ожидают. По-моему, здесь сейчас нас ожидают обычные зомби. А вот потом уже будет нечто посложнее. Так. Есть какие-то бодискафы, что ли, да? Угу. Угу. Так, ну ладно. Погнали. Лифт, кстати, это, по-моему, не работает. Так что нам только исключительно сюда. Перед тем, как сюда идти, мне надо как-то так даже не знаю, может воспользоваться гарпуном.
Да, попробуем, ладно. Можно мне вот туда вот запулить. Тут эта паскуда ходит. Тихо. Да дрянь! Тихо, 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 тихо! Сражань какая! Как? Так, ну ладно. Ой, твою мать, эта срань выползла. Иди сюда, паскуда. Ай, мне бы аптечку. Может, у него есть аптечка? Нет, у него ни хрена нету. Кстати, вот и склад. О, да, у него была аптечка. Спасибо, разрабы. Что это такое, а? Вот это вот. This door is locked by an electrical system. Так, может как-нибудь вот так? Да. It's unlocked. Япона мать. Еще и сейфпоинта здесь нету. Не нравится мне вот этот лежащий там. Так.
the C4 charges. Паскуда. Так. Уж, блин, прямо место заставляет нервничать. Ну, вроде бы мы живы. Так. В общем-то... Меня там благополучно грохнули. Поэтому я считаю, что это самое время. I've marked the places for you to send the charges. Start with the underwater elevator, then take care of the bridge control room, which is next to the scientific module, and finish with your room before the heliport gate. I'll meet you there when I'm done. Так, в общем-то, здесь, я думаю, пожалуй, мы, наверное, и закончим эту серию. И отправимся уже раскидывать взрывчатку по всей платформе в следующий. Мы так сегодня сделали кучу. Четыре, в общем, нам нужно в трех местах ее раскидать. Вот, так что... Так что сделаем это все в следующей серии, пожалуй.